Светланой Николай Кузичевой в программе «Жизнь призвание». Мы узнаем, чем отличается жизнь призвание от самой обычной или, может быть, необычной жизни. Есть ли какие-то вызовы в этом? Что составляет драйв этой жизни? И попросим быть откровенными и искренними наших сегодняшних гостей. Я уверена, что они это делают всегда. Николай, Светлана, рада вас приветствовать. Взаимно. Мы, на самом деле, уже немного познакомились с вами в программе «Три сложных вопроса». У вас классный ответ, который вы дали в свое время друг другу, дали Богу, дали в своей жизни. На каждый из вопросов потрясающая история любви. И забавная, и радостная. И теперь я уверена, что ваш рассказ о том, как ваша семья, как вы решили жить в призвании, как вы поняли вообще, что такое призвание, было ли у вас осознание, что есть просто работа, есть призвание, вместе они или раздельно, как вы выбирали в своей жизни, делали вот такие важные решения? Николай и Светлана Кузичевы – служители группы прославления Церкви «Источник жизни». Пара долгое время служила в городе Череповце, после чего Господь призвал их на служение в Петербург. Николай и Светлана убеждены, что одно из слагаемых успешного призвания – послушание Святому Духу и полное доверие Богу. Когда я пришел в церковь, практически все ребята, кто участвовали в команде прославления, они работали и участвовали в служениях, но работали кто по какой специальности. То есть там не было такого, просто было само понимание и расставление приоритетов, что то есть и служение – это важнее, чем работа. И поэтому я научился в своей жизни, делаю это до сих пор, я под служение, я подстраиваю работу. Вот. И я увидел это, как делали это другие братья и сестры, и принял это, и до сих пор нахожусь в этом. Вот. А что касается призвания, то, что Бог дал мне место из Писания, то есть я принял его и... Какое место из Писания дал вам Господь? Это 97-й псалом. Первый стих, да, «Пойте Господу новую песню, вот, ибо Он сотворил чудеса». Я просто просил у Господа, что, ну, поскольку я играть на инструменте практически не умел, да, то есть, вот, знал только 3 аккорда, да, сейчас знаю 4, думаю о 5-м, вот, поэтому, собственно говоря, то есть, а группа прославления, она практически там, люди были все с музыкальным образованием. Вот поэтому, ну, разницу уровней, то есть как бы... Она была очевидна. Она то более есть вы чем очевидна. Энтузиазмом компенсировали недостаток техники? Ну, вы или знаете, как вы для себя это полагаете? Это что происходило? Было, вот, может, моей детской мечтой вот играть в группе. Да? Потому что, да, когда я... Вот, ну, в детстве, да, я был неверующим человеком, я в первый раз увидел и услышал Beatles, это на меня такое впечатление произвело, что, и мне так захотелось вот этого, то есть всего, то есть вот, играть в группе, вот, но я знал, что, то есть, ну, играть я не умею, и, собственно говоря, эту мечту, ну, мало ли кто о чем мечтает. Вот я нереальная мечта. Да, я закончил техникум, да? Вот теперь я электрик. У меня есть перспектива быть мастером, может, кем-то еще поступлю в институт. Вот моя обычная жизнь, собственно говоря, о чем мечтать, непонятно о чем. О несбыточном. Да, да, то есть, собственно говоря. И когда меня вот такого, какой есть, позвали, вот, конечно же, я был рад и счастлив. Конечно же, я был рад и счастлив, но все-таки я пришел домой, Господи, ведь я же ничего не умею, что я там буду делать, что я там буду делать? И вот тогда Господь
он дал мне это место Писания, я сидел, перебирал, вдруг начал читать, и я чувствую, что это место Писания, оно обращено ко мне. И вдруг перевожу глаза ниже, и там лежит, я не знаю, как он туда попал, один из моих медиаторов. Я посчитал, что, ну, Господи, ну, это точно ты. Вот, и, собственно говоря, я пошел в группу прославления и оставался там, и остаюсь до сегодня. И просто у меня был еще один такой случай, очень интересный, что меня пригласили играть на электрогитаре. Естественно, в церкви не было ничего тогда, это было середина 90-х годов. То есть вот, я пошел себе в магазин искать гитару. Вот, я не знал, как называется эта гитара. Я видел гитаристов на фотографии с этой гитарой. Вот. Я пришел, говорю, ребята, вы привозите гитару на заказ? Ну, я пришел, осмотрел, там нет такой гитары по виду. Они говорят, привозим. Я говорю, привезите мне гитару. Какую тебе? Я не знаю, как она называется. Слушайте, мужики, как у Гарри Мура. Ну, это была такая звезда, то есть, как бы, вот. Они на меня, ну, похахали, такие, ты знаешь, сколько гитара его стоит? Ну, сейчас его гитару продали ту за 2,5 миллиона долларов. Вот, я говорю, нет, не знаю, вы мне хоть название скажите. Не именно это, но да, вот эта форма. Они мне нашли, что это Gibson Les Paul, то есть такая гитара. Показали ценник, 2000 долларов. А тогда зарплата была 100 долларов. Для меня что 2, что 22. Ну, 100 миллион. Да, то есть Луна, Венера, то есть как бы какая разница. Это все равно космос. Ну, я взял то, на что у меня хватало денег, и пошел служить. Вот. И это было середина 90-х годов, да, то есть, вот. А уже потом, уже когда я забыл про это все, в Череповце один парень, Коля, у меня есть гитара, не хочешь попробовать поиграть? Дает мне подписную модель Gibson Les Paul Гарри Мур. Хотите верите, хотите нет. То есть вот он мне дает вот эту, взяли модель с дорогой гитары, ну как американцы умеют, даже все черкотинки с нее сняли и перенесли на эту гитару. Реплика полная. Да, реплика, да. То есть Les Paul 59-го года, это икона, то есть как бы, да, вот все. И все, то есть как бы выпустили ее, 2 года ее выпускали, 2001 год, да, и перестали выпускать. Вот, и он мне дает, ну, 3000 долларов она стоит, он дает мне вот эту гитару, я поиграл, вообще классно, здорово. Но я понимаю, что у меня есть гитара, это уже был 2012 год, и я не хочу от семьи отрывать деньги, то есть вот такие, да, то есть, ну, это уже, господи, баловство будет. Что мне в этом Гибсоне? Прихоть такая. Да, это уже, да? Прихоть. Ну, как бы, я понимаю, если бы я что-то где-то там мне было мучительно нужно для работы, этого нет. Но если ты хочешь, Господь, дай мне эту гитару. И парень, он смилостивился и сменял, у меня еще дома лежала бас-гитара, он взял и сменял эту, мне на эту бас-гитару, которая стоит значительно дешевле, без всякой доплаты. Да, ты что? Вот так Господь расположил его сердце. Я сижу, да, Господи. Да благословит его Господь еще, да, больше, да, да, во всем. Я уверена, и мне, говорю, и весело, и смешно. Валера, вот, спасибо. Вот когда-то я хотел эту гитару, и вот пришло время, я ничего этого не делал. И она лежит здесь. Это удивительно, просто вот рассказываю, что Господь, он творит чудеса. И он запоминает, и он все запоминает мысли, все, да? Мелочи. Наши желания, все они нюансы, очень важны для него. Да. Да, важно, чтобы мы с этими желаниями, да, чтобы они не были больше всего, а чтобы Господь для нас был номер один. Вы вместе, да, я насколько знаю, насколько вы делились, вот, вот это служение и реализация действительно самого творческого потенциала, наверное, самого лучшего в жизни для вас все равно происходит через служение Богу и людям, и через церковь, именно которая так вас абсолютно как бы раскрыла вот эти вот необычные таланты. Именно то есть так, с точки, да, зрения банальной жизни, человек-электрик, Наташа там преподаватель живописи, да, там художник-педагог, в общем-то, как мое тоже среднее образование. И вот два человека, в общем-то,
я помню свое чувство, когда я была еще тоже там студенткой, школьницей, ты понимаешь, что у нас в стране там 200 миллионов, 150 миллионов человек, сколько среди них таких же, как ты. Но удивительно, что Бог тебя видит, да, вот, вот через это все, и твоя жизнь начинает обретать новые краски. Вот что для тебя стало красками, которые украсили твою жизнь вместе с Николаем вместе с потом? Ну, у меня началось так же интересно. Когда пришла в церковь, я еще ничего не знала. У меня было не так, как у него. Я не сразу стала заниматься в музыкальном служении. Я пошла сразу на улицу проповедовать Евангелие вместе с евангелизационной командой, которая приехала к нам из Америки. Я ничего не знала. Я не знала ничего из Библии. Но у меня было такое сильное желание проповедовать Евангелие. Делиться да, тем, что все мое Евангелие Боге, да? состояло вот из чего. Бог тебя любит. Все. Люди задавали мне на улице какие-то вопросы. Я из того, что я на проповеди успела услышать в последние дни, я что-то пыталась им объяснить. И я сказала: Господь, я так хочу быть миссионером. Я хочу ездить везде, говорить людям о том, но как ты видела, ты что это люди, это слово цепляет людей, да? Оно цепляло. И знаете, когда цепляет? Когда тебя это зацепило. Если у тебя горит огонь, обязательно он кого-то зажжет. Но если ты, конечно, как холодная рыба будешь ходить по улицам или где-то разговаривать, не пытайтесь проповедовать Евангелие на сухую. Люди, никогда это не делайте. И на самом деле потом я не задумывалась вообще о музыке, но меня пригласили в группу прославления. Я, как многие девочки, любила в детстве петь. И когда меня позвали, я просто пела в хоре. И я была счастлива. Я уехала в библейскую школу. Здесь меня тоже пригласили в прославление. Вот. Но большие изменения у меня в жизни начались именно тогда, когда Бог однажды мне проговорил сделать один проект. Я была учителем в школе. Виктория, что, о чем может думать учитель в школе? Конечно же, об уроках. Я вела домашние группы, и вдруг Бог мне говорит: сделай рок-акцию против наркотиков. И он дает мне четкое описание, какой она должна стать, что там должно быть, какие люди должны быть задействованы, какие нет. Должны быть написаны новые песни, должна приглашена быть вот эта группа. Я записываю это все. Я понимаю Моисея, я не Моисей, далеко не Моисей. Но это было очень четкое руководство от Бога. Я пошла с этим к пастору. Когда мы что-то получаем от Бога, в первую очередь надо идти к пастору. Я посоветовалась, он сказал: Света, все классно, я благословляю тебя. Я пришла к группе, которая занималась евангелизационным служением музыкальным. Они сказали: все классно, мы будем делать. И вы знаете, меня потом пригласили в эту группу. И новую песню Бог дал мне, когда я была дома, просто дал, потому что эта рок-акция посвящалась борьбе с наркоманией. Это была профилактическая акция, нацеленная на подростков и детей. И я короткое время очень служила здесь, в Санкт-Петербурге, у Сергея Матевосяна, в реп-центре. Я немножко знаю, что это такое. Они меня брали в подвалы, и на этот наркорынок Сергей брал. Вот. И меня это очень сильно зацепило. Если бы Бог призвал меня служить в этом служении, я почла бы это за честь. Потому что неважно, где мы служим, если туда нас позвал Бог, это честь. И это сделает тебя счастливым, когда ты на своем месте. И вы знаете, Бог благословил эту акцию, все прошло именно так, как показал Господь. И потом мы делали эту акцию в разных местах. Мы проводили евангелизации с ней, приглашали туда ребят, которые освободились от этой зависимости. И вот таким образом шло бы развитие и в группе прославления, в нашем служении прославления, поклонения, и также в евангелизационной части нашего служения. То есть мы понимаем, что мы можем даже при неверующих людях поклоняться. Мы не только несем им Евангелие, но мы имеем возможность поклоняться Богу прямо в присутствии неверующих людей. И это касается их, и мы видим, как Бог движется через это. Не обязательно писать евангелизационные песни, чтобы проповедовать Евангелие. Можно просто петь песни поклонения. И вы знаете, это очень сильно касается неверующих людей. Мы поняли несколько очень важных вещей. Если вы знаете, что вы призваны Богом служить, и у вас есть желание в сердце, несколько вещей очень важных нужно учесть для себя. Вы должны посещать поместную церковь.
Онлайн-церковь — это прекрасно, это чудесные проповеди, мы слушаем, но этот человек не видит вас лицом к лицу. Он не знает, через что вы проходите. А Павел однажды сказал: «Я хочу вас увидеть лицом к лицу, чтобы дополнить, что недостает вере вашей». Вы никогда не изменитесь как человек, не научитесь контактировать, делать что-то вместе с людьми, если вы будете дома сидеть просто в интернете и смотреть на проповедника. Конечно же, все будет прекрасно. Для того, чтобы вы росли, выйдите из своего дома и найдите эту поместную церковь. Если нет такой церкви, вам кажется, что все не идеальные, послушайте, как только вы войдете в идеальную церковь, она уже станет не идеальной, потому что вы не идеальны. Вам нужен пастор. Это второе, то, что мы заметили, что люди пренебрегают этим служением, и они говорят: мы можем все сами получить дома, мы же читаем Библию, Бог везде с нами. Это правда, это истина, это аминь. Но церковь — это столб и утверждение истины, это тело Христово, это невеста Христова. Иисус умер именно за церковь, и Он придет именно за своей невестой, которая есть церковь Бога живого, и Он готовит свою невесту ко встрече с самим собой. И если вы хотите быть успешными, путь к успеху лежит именно в том месте, что является телом Христовым. Вы будете возрастать, потому что Бог поставил в церкви 5 даров служения. Это апостолы, пророки, евангелисты, учителя, пастора, я никого не забыла. Пророки. И послушайте, эти люди, они будут говорить вам слово от Бога. Еще я заметила, очень важно, если вы считаете себя Тимофеем, вам нужен Павел. Если вы действительно Тимофей, Бог даст вам Павла. Павел — это тот, кто будет наставлять вас, укреплять вас. Он будет делиться с вами мудростью. И мы замечаем, как Тимофей иногда, я говорю, образ такой, да, Тимофея, как молодого служителя, призванного. Иногда Тимофей бегают от своих Павлов, либо считают, что Павлы должны бегать за ними. Нет. Это вы должны преследовать эти отношения. Есть отношения, которые дает Бог. И Бог наделил Павла властью и силой, и Он помазал, чтобы благословлять Тимофея. И для нас, в нашей жизни, мы через всю жизнь, у нас так получилось, что самое большое, самое сильное влияние на нас оказывает именно наш пастор Михаил Павлович Котов. А могу я спросить вас, вы услышали, что здесь, в Петербурге, вы лучше слышите Бога. Почему вы оставили родной город, там, где вы выросли, там, где такие самые памятные, самые такие яркие вехи вашей судьбы прошли? То есть взять вот так вот и поменять жизнь, образ привычный? Нет, здесь все очень просто. Не то, что как-то, а когда я молился, просто Господь, Он обратился ко мне и сказал, что ну вот ты можешь, Он предложил мне переехать, да, вот, и сказал, ты можешь остаться здесь. Если ты останешься здесь, я точно так же тебя люблю, я буду дарить тебе свое присутствие, ты будешь мне служить здесь. Но если ты хочешь, чтобы было то, что я задумала тебе от начала, я хочу, чтобы ты был там. Uh-huh. А выбирать тебе... Он uh-huh. никогда меня ничему не принуждал. Вы чувствуете, что здесь служение стало больше, сильнее как-то? Что для вас этот переезд? Мы даже не расцениваем это служение. В первую очередь для нас очень важно, что происходит внутри нас. Мы здесь учимся. Мы даже не ради реализации сюда приехали. Так. Для меня было очень трудно, несмотря на то, что столько лет сюда ездила, и здесь столько моих друзей. И я люблю этот город. Когда пришло это слово, у меня первая мысль — ни за что. Это настолько трудно. Виктория, вы понимаете, что это такое — оставить все. Это все, все бытовые вещи, семейные вопросы, очень много материальные вопросы. Но я понимала, что это Господь. Если это Господь, мы не можем этому противиться, значит, мы что-то упустим. Угу. Мы приняли это решение. Хорошо, в конце концов, даже если вдруг мы ошиблись, мы никогда не закрываем путь назад, мы можем вернуться. Но мы четко и ясно слышали, что это Господь призывает нас. Оказавшись здесь, у нас не было целей куда-то себя продвинуть. Наша цель — все, что мы делаем, мы ищем Господа, слушаем, что Он говорит, и делаем.
И так вся жизнь. Мы ничего о себе не думаем. Библия говорит, что мы скромно о себе думали. И на самом деле мы думаем о себе как? Мы сыновья и дочери Божьи. И если отец что-то хочет, чтобы мы сделали, наше дело, мы имеем право не послушаться, но лучше бы нам послушаться и сделать, что он нам говорит. Значит, для нас будет лучше. И мы приехали, мы увидели, это место нашего благословения. Мы растем здесь, мы не знаем, что дальше, что впереди. И мы понимаем, что наши корни больше не пущены настолько в землю. И вот эти материальные вещи, то, что касается жилья, нам было тяжело расстаться с тем, нашим миром привычным. Сейчас мы понимаем, ну как Господь дальше будет руководить. То есть вы готовы и дальше, может быть, менять дальше. Города, и конечно, даже, конечно, мы быть, не страну, хотим, по-человечески. Вы же понимаете, Виктория, кому хочется вот так вот везде. Переживать просто... трудности, да, конечно. Переездов и адаптации и так далее. Но мы поняли, что корни наши могут пущены быть только в небо. А здесь все это эти вещи, как не жалко нам? Но они временные, эти вещи. Как выглядит ваша жизнь сегодня, ваш день? То есть что для вас ценно вот в ежедневной жизни? Что для вас вот, познание Бога, познание себя здесь? Буквально под конец. Самое драгоценное. Самое драгоценное, конечно же, это присутствие Божие. И на самом деле наша жизнь, она не будет счастливой, не будет полноценной, если мы каждый день не будем искать присутствие Божьего, входить в его присутствие, смотреть на него, черпать силу от нашего Небесного Отца. Для нас это просто приоритет, что бы мы ни делали. У нас может быть любая занятость, то есть мы занимаемся в основном служением, для нас это приоритет что в жизни. Именно, вот в поклонении или в помощи, что это такое? Да, то есть, ну, если общим словом назвать, это служение вспоможения. Это молитвенное служение, это просто служение, евангелизационное служение. Но все остальное мы подстраиваем под это. Бывали моменты, конечно же, мы совершаем ошибки, мы все люди. Бывало, что на что-то мы, скажем, в жизни, на какие-то материальные вещи, на свою работу уделяли слишком, может быть, много времени. Вот это касается, например, меня. Вот. Иногда очень трудно, может быть, снормировать свой рабочий день. Но наш приоритет — это служение, конечно же. Мы не на зарплате в церкви. Да, кстати, это важно. Бизнес кормит нас, Бог благословил нас финансами. И, друзья, если вы хотите жить в благословении, ищите Господа, служите Ему всем сердцем, не ищите вот этого земного, на самом деле все оно приложится столько, сколько нужно, чтобы вы жили и были счастливыми. На самом деле Бог благословляет служителей. Мы увидели это. Здорово, здорово. Спасибо вам большое. Спасибо за это послание и послушание, и посвящение, и призвание того, что у вас есть. Вы знаете, что вы призваны служить, отдавать. И это очень воодушевляюще видеть людей, которые не работают, чтобы жить, а просто для себя, а живут, чтобы служить. И это чудесно. Спасибо вам большое. Будем ожидать от наших зрителей реакции. Будем ожидать от них того, чтобы они написали комментарии, что ваша история тоже касается сердец. Вы слышали откровенный разговор о жизни в призвании. Что это такое? Какую цену мы платим? Стоит ли платить эту цену? Какие результаты нас ждут? И какие новые повороты в жизни могут быть? Стоит ли это того? С нами были Николай и Светлана Кузичевы, участники прославления из церкви «Источник жизни» здесь, в городе Санкт-Петербург. И я верю, что такие церкви, такие наставники, такие друзья вам могут встретиться везде, где бы вы ни были. Ищите их, и ваша жизнь никогда не будет прежней. Будьте благословенны!